Танец оживляет. Танец вдохновляет. Танец помогает понять себя. И дагупилчанам предоставляется уникальная возможность постичь основы классического танца под руководством настоящих профессионалов. С 15 по 22 мая дипломированный танцовщик, менеджер исполнительных искусств Николай Щербаков организует в Даугавпилсе 8-дневный мастер-класс под названием «Новые фишки». Проект ориентирован на разную возрастную аудиторию, начиная от детей 6-летнего возраста и заканчивая взрослыми людьми. Мастер-классы будут организованы в трех группах. Обучение для самых маленьких, детей 6 лет, представляет сочетание хореографии и режиссуры. Дети узнают много нового из основ классического и современного танца, а также пантомима. Занятия направлены на гармоничное развитие ребенка. Вторая группа ориентирована на постижение такого танцевального направления, как джаз-модерн. Помимо изучения самого стиля, участникам мастер-класса преподадут урок импровизации. В свою очередь, третий блок мастер-классов предназначен для тех, кто хочет постичь азы боди-балета. Занятия помогают развить гибкость, грациозность, укрепить тело. Мастера хореографии расскажут о распространенных ошибках и покажут полезные упражнения, которые можно делать дома, на улице, на работе. Кстати, о мастерах. Блоки занятий будет вести российский хореограф с мировым именем Никита Дмитриевский. Как хореограф Дмитриевский выпустил 15 балетов. В качестве арт-директора участвовал в 10 танцевальных проектах в России, Нидерландах, Израиле, Болгарии, Испании, Финляндии. Ставил постановки для Мариинского и Большого театров, театра балета Бориса Эйфмана, театра Сан-Карло и многих других. Кроме того, Дмитриевский является постоянным членом жюри международных танцевальных фестивалей и конкурсов. Занятия будут проходить в зале по адресу улица Саулас, 38. Для формирования групп заявку на участие в мастер-классе нужно подать до 17 апреля. Сделать это можно на сайте abstrakcia.com. Более подробная информация о проекте «Новые фишки» также доступна по номеру телефона 287-17-607. Танец – это путь понимания себя, своего тела и его возможностей. И пусть этот путь начнется с проекта «Новые фишки».